Хей, йогай, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Chasm. Мы с вами уже в лесной гавани, ну типа просто в саду. Я решил подняться сюда, где у нас какие-то черви-дюны. Я не знаю, что это за херовина. И откуда она пускает свои конечности, но она довольно такая себе. Типа она неразворотливая. Ну, закрутится. Давайте посмотрим, что в этой части. Сада. Мы открыли с вами проход с шипами. Поэтому мы обязаны сначала в эту сторону пройти. Разузнать полностью, что здесь. Сейвинга я пока что не нашел. Ни одного намека на сейвинг. Поэтому пока что прыгаем, ищем, бежим. Археолог. Значит, снизу у нас все-таки что-то да есть. Может быть, обычный сундук. Может, мы босса найдем двух даже. Дайте мне, пожалуйста, сейф. Вы знаете, сколько я здесь бегу? О, сейф. А если сейф, значит, либо босс где-то неподалеку, либо еще какая-то херь. Понятное дело, что я буду искать теперь секретки. Хотя они быстрее сами меня находят, чем я их. Ну, кто знает... Мы сейчас побегаю и найду еще один. Так, там спуск вниз куда-то. Еще один свиток чего-то. Свиток чего-то. Пещера. Так, мы открыли с вами центральную. Хорошо. Если что, мы вниз туда тоже побежим, то... Ай-яй-яй. То вы не думайте. Мы везде побудем. Мне кажется, что здесь где-то есть что-то. Вот в этом вот районе. Нет, я ошибся. Там у нас буквально ничего. Ты ж... Он недружественный! Может, мне все-таки сюда рано было идти? Водосток. Ну, проблема в том, что я спуститься не могу в эту водичку. То есть уже точно есть два места, куда я могу пойти. В один я точно могу пойти. А. Ой-ой-ой. Хорошо. Левел ап. Считайте автосейвинг. Монатин. Теперь наносит мне водичка. Тогда по... Что ты такое? Почему так много новых врагов? Куда я бегу? Для чего я бегу? Ну, знаете, они довольно легкие. Типа, они не агрессивны, это именно по жесткости. Просто их пробегаешь, да и все. Нет.
Ага. Еще одна развилочка. Давай, поехали. Пожалуйста, пожалуйста, плюс. Пожалуйста, плюс, 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 плюс. Мне не нужно минус. Пожалуйста, плюс. Плюс. О! Плюс броня. Если что, это дается навсегда. Учтите. Учтите, что это дается навсегда. Бу-бу-бу-бу-бу. Бежим мы непонятно куда. О! Этел. Эзел, Эзел. Скорее всего, торговка. Типично. О, пирог. Пай. Пай. Пирог. Не хочу, чтобы меня коцнуло. Не, короче, я не буду сам искать эти секретки. Пускай секретки находят меня. Так рано. О! А, больно. Так, а вот это вот плохо, вот это вот плохо, это вот это вот плохо. Ладно. Думал, зажмут будет GG. Ага, они еще и прилипают. Это, ну, короче, это, я думал, бомба, это, короче, эти... споры. Ангуль. Главное, чтобы не сдохнуть. Самое главное. Так, ну это я, понятно, ради сундука иду. Последнее сокращение пути. А не... Классно. У нас два пути. Оказывается. Хм. Хорошо это или плохо, я пока что не могу вам сказать. Но я знаю точно, что могу теперь туда ходить сохраняться. Катакомбы и еще какой-то синий участок. Окей. Стоять. Я типа не допрыгнул или что? Да, я просто не допрыгнул. Я просто не допрыгнул. Блять, я думал, он не достанет. А достал. Нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Вот а я чувствую, хер меня точно прибьет. Ай. Ладно. Повезло. Я заберу этот сундук. Вот только понять теперь, как его забрать. Я немножко не допрыгиваю. Ой, сейчас, кажется, мы сдохнем. Но это плевать, если что, отхилюсь. Я не прыгнул! Инвентарь. Две курочки. Ладно, пойдемте сохранимся. Думаю, лучше сбегать.
В принципе, тут все равно хотел сказать недалеко. Недалеко, да? Разве нам есть что терять? Да, теперь на это посмотреть. Может быть и есть. Что я иду там, где одни ловушки. Можешь сходить за хилками. Так, есть там бобры у нас. Лесок. Замок. Быстрые сохранялки нету, поэтому мы выходим отсюда. Вообще выходим. Это самый быстрый способ, по сути. Поэтому, да. О, пивоварня. О, открылась. Бай. Довольно приличные цены. Допустим, 20 хлеба мог купить. Так. 18, 17, 17. Почему виноград типа 17? О, теперь виноград тоже. Морковка 18, почему? Кэрот. Ай, блин, они у них все-таки это. Ясно. Да, плохо, видите, но не покупать бесконечно нельзя. У них товары не вечные тоже. И вот это вот минус. Минус, минус, минус. Так, лес. Ту-ту-ту-ту. Побежали. Так, это майн. Охренеть. А здесь я не запрыгиваю, да? Да? Круто. Круто, тень. Зачем я сюда вообще пошел? Ё-моё. Ладно, возвращаемся обратно. Порталом. Так, здесь это самый первый портал. Наверху мы открыли. Это ближайший, куда я могу сейчас сходить. Я смотрю... А, нет, тут есть один сейф. Можно спуститься к сейву и залезть наверх. Да? Да. Ну, можно сюда будет сходить. Но прежде сохраниться. Да. Чтобы не грохнули. Хорошо. Это чтобы у меня были одни криты. Это можно на боссах юзать. Можно к косе сходить. Это можно сходить к осе.
Оси. Тайминги. Здесь все заключается в таймингах. А, тут я не могу пройти, потому что там вода. Это мне заново туда бежать самый. Побежали. Гадин. Ой, ё-моё. Чел, я забыл про тебя. Я забыл. Бейте, атакуйте, делали что хотите, я просто буду бежать прямо. Медуз буду убивать. Потому что у них довольно неудобные движения для меня. Вот чё ты летаешь неровно? Монетки. Тихо. Куда? Тихо. Мне еще добежать нужно. Походу я там тоже не был. Ладно, буду более-менее осторожен. Да. Буду менее осторожен, говорил я. Говорил же я. Так, ну тут гриб. Их можно перепрыгнуть. Так. Так. Здесь зацепиться... Не, за что? Готово. Максимум ХП. Так. Тык. Готово, лезем наверх. И здесь у нас была оса. А у меня все равно фул ХП. Это мне до конца не помогло. И почему мне... Так, инвентарь. А это антидот. Феликс Файром. Пайкет. Короче, ясно. Короче, ясно. Что это внезапные атаки? А, у нее глаза сияют. Да, это типа босса. Мертвого босса. Ага, это мы делаем топ-водичку. Хорошо. Теперь где нам это поможет? Сапфир. Прилагается. Я вижу, что до хера хороший сундук.
который я, извините, забрать не могу. Так что я, походу, не способен летать, или что я должен уметь делать, чтобы это сделать. Земля, ну тебя нахер. Да, зря я кинжалик эти купил. Непонятные, ненужные кристаллы. Вот самое опасное здесь, это вот эти качели. Здесь нужно максимально рассчитать, чтобы приземлиться и не упасть. А вдруг будет, допустим, там миссия с пропастью, да? И пфф, это ж пизда мне. Просто минус шимики. Ох. А, как вообще могла выпасть рыба из этого врага, если они созданы из плазмы, чисто из плазмы? В них никак не могло этого быть. Ладно. Кажется, я много придираюсь, да? Готово. Меня должны уже апнуть. Сейчас хоть сходим, посмотрим водичку, потом вернемся, сохранимся. Ага, мне нужно воду поднимать. Хорошо. Поднимем водичку. Зачем я сюда иду? Мне это непонятно. Так, давайте дальнейший план придумывать. Мне нужно по-любому возвращаться назад. Где вот те были шипы? Еще нужно пойти в большой участок, посмотреть, что там у нас. Поэтому идем обратно. Я не хочу проверять, сколько он нанесет мне урона. Потому что я чувствую, что он мне много нанесет урона. И плюс какой-то эффект наложит. Почему я так решил? Во-первых, атака медленная. И одна у него. Знаешь, херня жесткая. А, червякуны. Не, все-таки довольно-таки враги примитивные. Так, а теперь смотрим, почему я сюда до конца не пошел. Левел ап. Потому что здесь у нас была вода. Ну, у меня остается только в одну сторону идти, там, где у нас шипы. Все. Да, вниз, 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 вниз. Так, здесь лучше сделать нормальным. Чтобы не было проблемы с той девчонкой. И можно бежать прямо. Прямо на шипы. Так, развилочка. Нахер. О, сейф. Сохранится. Походу мы идем в какой-то участок с... пчелами. Зачем столько... Ого!
Ого. Ой-ой-ой. Жалко, что они за эти не падают. За экран. Ага, зараза, думал, я все-таки не успею, да, прыгнуть. Хотя, если бы он стоял ближе, я и не успел, на самом-то деле. Это он умный, то что отошел. Так, погнали сюда. Типичные головоломки. Давай, на обратном пути. Оп. Оп. Готово. Так, еще одно кольцо. Чисто увеличивает удачу. Все остальное у меня в минус. Нет, спасибо. Спасибо, не надо. Что здесь? Здесь у нас тоже какая-то херь. Довольно сложная. Пускай на этом пути будет идти. Я перепрыгну его. О! Какие тайминги! Но все равно покоцал. Покоцали. Жопа. Ну типа приземляюсь, да, и он сразу еще атакует. Три удара нужно. Пирог. Неожиданно. Ну, пирог. Как его, да? Можно надурить этого гольма. И мне кажется, лучше с ним сразиться. Нужно его заагрить на удар. Прыгаем и бьем. И он разваливается. Ос можно контролить, бить, отбегать. Ой-ой-ой, все, я вас понял. Ну нахер. Просто пробегу. Так, ворона куда-то улетела. Я не... Хотя, может, это и просто так. Так, это неразрушаемые блоки, хорошо. Ясно, в районе секунд, да? Так, давай. Илья пожадничал. Чтобы узнать. Могу ли я допрыгнуть или нет? Ну там сундук очень хороший, блин. Мне его не дают открыть. Так, все рассчитано, отлично. Побежали сюда. Если босс, я заюзу хилы. А, какой-то неясный язык для меня. Ок.
Запускаем третий рубеж с водой. Да, до туда я, походу, пока что не догоняю. Можно, конечно, еще раз попробовать. Я, конечно, это и сделаю. Я уже знаю, откуда я должен был прыгать. Вот отсюда. Эмеральд и монетка, ясно. Здесь я взял еще книгу, да? Листик. Она быстрее, чем я. Гомнюк. Четыре удара. Если бы моя птица атаковала, мы бы убили. Сучка. Чё так ты, голем? Не даешь мне дойти уже и сохраниться. Так, опасный участок. Опасный очень участок. Да, смысла нету, только вниз. Так, уже ясно, что мне нужно делать. Это хилиться. Пока что так отхилюсь. Пока... Третий, да, врат? Да, все. Так, и что у нас выходит? Мы запустили последний, да, рубеж с водой? Или нет? Ну, а последний рубеж с водой, поэтому давайте на этом закончим и в следующей серии продолжим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.